Ты наконец на свободе. Внимание! Его первое пиво за 20 лет! Народ, пришла учительница Криса. Если бы не вы, Крис до сих пор бы сидел. Боже мой! Это правда ты? Заходи в гости, познакомишься с Хильди и Томом. Вот ты какой! С возвращением! Может, теперь жену буду чаще видеть. Ну что ты. От режиссера и смех, и грех. Некоторые выходят и думают, что свободны, но это еще не свобода. Не все сразу. И продюсеров кафе «Голубая сойка». Вот так. Открой папку. Что тебя больше всего поразило? Смартфоны, на которых все помешаны. Как это было? Как ты выдержал? Твоя мама помогла мне выдержать. Где ты была? Я была с Крисом. Хотя бы дома о своих страдальцах забудь. Сейчас наденем? Да перестань. Поразительная Иди Фалько. Великолепный Джей Дюплас. Я просто хочу жить, как все. Возвращаться домой к семье, которую люблю, заботиться о них. Искренние чувства о тебе. Крис, я должна сохранить брак. О боже, Том, будем друзьями. Мы не друзья. Ты единственная, с кем я могу говорить. Ты все для меня. Накал страстей. У тебя впереди целая новая жизнь. Откуда тебе знать, что тебе нужна именно я? Наизнанку.